Я на стенде компании Panasonic. У меня в руках самая интересная модель системы Micro 4 третьих. Это Panasonic Lumix GH3. Это 16-мегапиксельная камера со сменной оптикой. Эта модель призвана конкурировать с Nikon D7000 и Canon 7D. У меня в руках камера с батарейным блоком. Он покупается опционально. На задней панели мы видим поворотный экран, достаточно крупный. Электронный уровень, видоискатель электронный. Камера достаточно удобно лежит в руках, собрана отлично, никаких люфтов, никаких скрипов. Сверху вспышка, горячий башмак, колесо выбора параметров, кнопки быстрого выбора баланса белого, чувствительности, экспо-коррекции, программируемая клавиша. Модель работает с карточками формата SD. На борту несколько разъемов. Это разъем для подключения наушников, HDMI и аудио-видео выход.